Метрическая книга – большой исторический источник. Она содержит данные о людях, фамилиях. По ней можно выяснить не только свою родословную, но и демографию конкретного временного периода. Книги вели при церквях, они были разделены на три раздела – рождение, бракосочетание и смерть. Толщина метрических книг может достигать 70 сантиметров, вес до 10 килограмм. Ежедневно сотрудники архива выносят в читальный зал по 200 килограмм таких документов. Читатели знакомятся с их оригиналами, многие из которых датируются началом 18 века. Для сохранения исторических документов на базе архива откроют оцифровочный центр. Оборудование для него приехало в понедельник. В течение недели его будут собирать. К этому сканированному фонду мы обязательно будем делать справочно-поисковый аппарат, что позволит, с одной стороны, сохранить оригиналы, которые сейчас у нас в читальном зале востребованы очень, и к нам приезжают не только с нашей Рязанской земли, но и со всего Советского Союза бывшего. С другой стороны, это будет храниться уже не оригиналы, будут люди листать, а будут листать виртуальные книги. В первую волну оцифровки помимо метрических книг попадут ревизские сказки, это данные переписи населения, в которых указано имущество людей, а также учетно-техническая документация всего Рязанского края. В ней можно найти данные о земле, помещениях, зданиях, технические планы, то есть материалы, которые до 1 января 2013 года хранились в БТИ. У нас есть такие большие, очень старинные документы, которые сшиты, прошиты специальным способом. Они еще в своей оригинальной, так скажем, обложке. И их расшивать нельзя. Вот если мы их разошьем, то, соответственно, это уже будет новодел. Потому что их потом обратно сшивать, но это уже, знаете, это некомпетентно, это непрофессионально. Новое оборудование позволит провести сканирование без расшивки, а значит, откроет возможности для новых исследований. У нас есть многие люди, которые приходят в читальный зал и говорят: «Я пришел сделать открытие». И это открытие можно действительно сделать каждый день, потому что история наша настолько велика, настолько интересна, что начиная с семьи можно вообще-то изучить историю родного края. Оцифровочный центр – приоритетный проект Рязанской области. В перспективе он позволит не только перевести документы в электронный вид, но и делать страховое копирование, то есть копии на микрофишах или посеребренных микропленках, что является самой передовой мировой технологией хранения материалов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».